Перед наступающим замечательным праздником, Днем Победы, 69-я годовщина Победы Великой Отечественной войны, я хотел бы от лица всей молодежи поблагодарить всех ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше, за то, что мы сейчас живем. Для меня, как для человека, патриота нашей русской земли, праздник День Победы – это праздник главнее дня рождения, главнее Нового года. И, конечно, если бы не наши дорогие ветераны, которые отстояли нашу Русь, если бы не они, конечно, мы бы сейчас, молодежь, не отмечали ни день рождения, ни тем более Новый год. И позвольте, дорогие ветераны, подарить вам замечательную песню. С праздником вас, самого наилучшего, хранит вас Господь. И спасибо еще раз, низкий поклон за подаренную нам жизнь в мирное время. Для вас звучит песня «Не для меня».